Сделать устойчивое качество жизни доступным для всех. Такова миссия Unilever. В 2010 году мы запустили план устойчивого развития и поставили перед собой три цели. Улучшить здоровье и самочувствие 1 миллиарда человек к 2020 году. Снизить вдвое воздействие на окружающую среду к 2030 году и помочь миллиардам людей по всему миру в повышении их уровня жизни. За эти 10 лет наши бренды с социально значимой миссией, такие как Domestos, DAF, Чистая линия, уже охватили многомиллионную аудиторию своими программами. Нам удалось перейти на принцип «ноль опасных отходов на захоронение». Мы перевели все предприятия на 100% возобновляемые источники электроэнергии и начали внедрять новую стратегию в области управления оборотом пластиковой упаковки. Для достижения гендерного равенства в компании на уровне управленческих должностей мы реализовали многочисленные программы для расширения возможностей людей с инвалидностью, открыли новые перспективы для поколения молодых профессионалов. Настало время для новых обязательств на ближайшие 10 лет. В рамках нового плана устойчивого развития «Компас» мы сможем оказать еще более эффективную помощь планете, а также улучшить качество жизни наших потребителей. Unilever ставит перед собой три основные задачи – поддерживать состояние планеты, улучшать здоровье людей, вносить свой вклад в борьбу за справедливость и формирование инклюзивного общества. К 2030 году бизнес Unilever должен стать по-настоящему углеродно-позитивным. Все источники энергии для наших операционных нужд должны поступать из возобновляемых источников, а всю пластиковую упаковку мы заменим на 100% перерабатываемую. Мы сократим до нуля выбросы парниковых газов на наших производствах. Силами наших брендов со смыслом мы улучшим самочувствие людей, будем больше продвигать принципы равенства и инклюзивности. Мы поможем 10 миллионам молодых людей на их карьерном пути, поддержим 5 миллионов малых и средних предприятий. Приобретая наши бренды, вы вносите вклад в цели устойчивого развития и будущее нашей планеты вместе с нами.